Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Понимаете, как только я выключил запись, вот эти вот нехорошие рейнджеры НКР кинули мне предъяву. Идите вы раком. И НКР ваша пусть идет туда. You've got three days. Have a night. Нет, мы разберемся здесь и сейчас. Сейчас, подожди секунду. Тут он. У нас человек. Ебать. Убийца всего. Всего живого. Я не понял. А чё они такие крепкие-то? Сейчас, подожди секундочку. Буквально одну секундочку. Я приму стимулятор. Так, только посмотрите, какая она крепкая. Это кошмар какой-то. Что у них за бронь-то такая? Ну я хотя бы левел поднял, но блин, это неправильно, ребятушки. Так влететь в меня это дорогого стоит. Так, давайте-ка вкидаем опять же все в ремонт. По крайней мере, десяточку. Остальное во взлом. Троечку, да? И тут... Где-то была вот та способность, которая еще 3 очка давала, да? А, дает дополнительно 2... А, 2 очка. Каждый новый уровень. Давайте возьмем ее. Чтобы было. Просто так, чтобы было. Рейнджер НКР, какого хера? Броня рейнджера патрульно 15. Возьму чё. Импульсная граната. Охотничья винтовка, такая как у меня, верно? Да, патроны, стимулятор, супер стимулятор. И шлем рейнджера. Броня рейнджера. Такая, в принципе, как у меня, чё. Жетон, полицейские очки, 2 стимулятора. Шляпа рейнджера вообще ничего не защищает. Не знаю. Беспонтовые они какие-то, реально. А вот шляпа у этого крутая. Так, дробовик караванщика. Коричневая шляпа рейнджера. А, никаких бонусов вообще. Полицейские очки, 2 стимулятора. Вот полицейские очки я, пожалуй, возьму. Сильно они мне броню там раздолбали. Как-то вообще, я вам скажу, незаметно. Броня бойца НКР. Коричневая шляпа. Как, мне подойдет или нет? Ребятки, мне идет. Мне нравится. Так, а солнечные очки. Так, блин, ну тут восприятие, конечно. Так, давайте починим вот этот шлемак. И полицейские очки давайте оденем, просто посмотрим, как это. То это ж совсем другое дело. Не знаю. Ну классно, вообще классно. А, так вот, ну, начали. Начали мы прикольно на самом деле. Как они вообще посмели? Как они вообще посмели? Я свой человек для НКР, ебаная мать. Стоимость-то занимает только больше, я вам скажу.
бабла у меня, как вы видите, хватает, так что особо не хочу занимать свой инвентарь. Так, надо задание включить. Да я что-то вслепую иду. Еще не в ту сторону, конечно же. Так, кесарю, кесарю. Бля, это где-то туда уж. Если я пойду по этой дороге, я пойду правильно? Ну, тут вообще по-хорошему гору надо преодолеть. Ну, я думаю, у меня получится. В этой серии мы двинемся к Цезарю. Сообщим, что мы убили там военнопленного, который его предал, который, кстати, сдался под нашими пытками. И я решил его грохнуть, потому что, ну, как бы, ты присягу давал, козел. И все твои солдаты покончили с собой, чтобы только не отдавать врагу, а ты вроде как командир, и ты, сука. The black armored rangers are said to be fearsome in battle. Рейнджеры в черной броне? Не знаю. Не знаю, о чем. Ветеран. Что-то я смотрю, тут одни ветераны у вас. Ну, там мы уже все ближе и ближе и ближе. К главному лагерю. Легиона. Старок? Это враги, что ли? Ну, пошли вон отсюда. Офигеть. Контроль над животным, ебать. Ой, блин. Че, конченый, что ли? А ты откуда взялся? Откуда ты взялся? Эй. Ну, опыт он, знаете ли, бесценен. Дороги. Хороший выстрел. Как по уставу, четко в хребет. Это что такое? Ладно, давай сюда. Не знаю, как я в него попал, но я попал. Так, ну я уже, походу, приближаюсь к лагерю. К лагерю легиона. Хотя нет, еще немножко пройтись придется. Вроде бандитов никаких нету. Спокойная, тихая ночь. Звездная ночь. Жалко, кстати, что небо не шевелится, когда я, видите, я иду, а небо стоит на месте. Немножко не продумано это все. А это что такое?
блин! Кунь боец! Кунь боец! Откуда ты взялся, кунь боец? Или это ко мне уже приходят НКРовцы с того света? Дело дрянь, раз так. Если уже НКР ко мне приходит с того света, то это прискорбно. Так, и рассвет, да? Я уже рядом. Какого черта? Что это за место было? Надо было его исследовать, конечно. Черт с ним. Крутая броня. Реально крутая. Правда, если бы не вот эти вот кольца на бицухе и на голени, то было бы все получше, знаете ли. То есть была бы просто силовая броня. Вот эти вот пестрые такие элементы, они как-то не очень сюда подходят. Но тем не менее тоже сойдет. Легион. Аве. Аве Цезарь. На самом деле надо ставить другой квест. Кесарю. Да, видите, запрятанный под крепостью легиона на постом. Хорошо. Вот. Вот вунд коуф. Хорошо. Так, ну жизнь меня научила в воду не лезть, поэтому не буду. Там умираешь моментально. Здорово. Ауэ. Ауэ. You're the one Lucullus said would come. Пара вопросов. Ладно, не важно. Ты меня, походу, не можешь перевести на ту сторону. Значит... Кто сможет? А вот, причал. Хорошо, ребятушки. Давайте сохранимся. Я не знаю, я уже пробовал. Радиации нет. Давайте попробуем вам сначала. Ой, тут можно плавать. Офигеть. Чистая вода. Halt! What business have you in Cottonwood Cove, outsider? Ты что, меня догнал, что? You wear the mark of Kaisar. Меня пригласили. Блин. Ловцы. В Скайриме бы за мной не поплыла стража. Ладно. Прикольно. Вообще, вода красивая. Ауэ. Здорово. Ауэ. Are you ready to... Да, мы можем отправляться. Давайте-ка встретимся с Цезарем. На самом-то деле. И поговорим там с Есменом, что он там скажет. By order of Caesar, all... Хорошо, я сдам оружие. Платиновая фишка. Зачем ты забрал мне платиновую фишку, козёл? Ну ладно. Не важно. Ух ты. Раб. Excuse me. Ебать. Капец вы конченые скоты, а? Excuse me. Ладно, хорошо. Мне не нравится легион. До глубины души я ненавижу этих уэрков. Ну блин. I don't know. Fun, I guess.
What? О, что-то мне это напомнило, знаете ли, маленького Старкиллера. Тоже в похожей броне бегал. Прикольный. Для тех, кто не в курсе, Старкиллер — это главный герой игры Star Wars The Force Unleashed, первый и второй. Прикольные игры по вселенной Star Wars и довольно-таки крутым слэшером. Чё, я пошёл? The new slave girls are quite beautiful. So, I finally get to meet the courier who's caused so much trouble for the new California Republic. Silas the Kentorian, who let himself get captured, died at Makaren before he could reveal sensitive information. You turned Camp Forlorn Hope into a mass grave. The profligates still hate me more than they hate you, I think. But I've been at this longer than you have. I get it. We share a common enemy. And now you come before the mighty Kaisar. To what? Offer your services? Мне нужно вернуть платиновую фишку. We'll talk about the platinum chip when the time comes. A man, you arrive on the strip and waltz into the Lucky 38 like someone left you a key under the doormat. You assassinate the head of the chairman in his own casino and get away with it. Then something happens to Mr. House's robot, some kind of military upgrade. But the topper, the coup de grace, Mr. House dies while you're visiting him at the Lucky 38. When you set your mind to something, you get results. I like that. The question is, are you ready to get started? Просто отдай мне фишку, и я уйду. Oh, I'll give you the platinum chip, and then you'll use it exactly like I tell you to. The time is fast approaching when my legion will assault the Great Dam and invade the West. Before that happens, I want Mr. House erased from the picture. Not just the man you killed, but what he left behind. His legacy. Хорошо. Что мне нужно сделать? Down the hill, at the west edge of camp, is an old building. It was here when the... Inside the building is a hatch. And inside that hatch are two steel doors that bear the sigil of the Lucky 38 Casino. Now that same sigil is on the platinum chip you were carrying. Isn't that interesting? Even more interesting, there's a slot about the same size as the chip on the console. I think the platinum chip opens those doors. Doors that can't be pried open or drilled open or blasted open. Because all that, I tried. I want you to destroy whatever you find in there. And then I want you to come back here and tell me about it. So go to the building and take the... Goodbye. Ты знаешь, да в рот я тебя долбал. И весь твой легион в рот долбал. Просто. Я ненавижу вас, тупые выродки. Но, тем не менее, мне надо было как-то добраться до бункера. И я до него доберусь. Уничтожать я, в принципе, ничего не собираюсь, ну, по крайней мере, пока что. Потому что у меня есть свой человек. Даже сложно его человеком назвать, в принципе. У меня есть Yes Man. А если я буду с ним сотрудничать, ни НКР, ни Легион со мной работать не захочет. Ну, да, это уже и не важно. Ибо они мне не нужны. Kaisar has permitted your weapon. Ладно. Kaisar is. Вложить платиновую фишку. Ты мне пушки отдал, так? Хорошо.
Lucky 38. Горевшая книга. Пошли. Посмотрим, что тут и кто тут живет, в принципе. Радиация — это плохо. Статус, рад. Рад X, давайте-ка. Один сожрем. Сопротивление 55%. Connection is lost. К чему? Your cooperation is requested. Судя по всему, ты был неправ. No. Почему я не могу поговорить с Yes-Man? Журнал событий. Не понял. А проверка турелей. Турели активны, протектроны. Проверка роботов охраны. Ожидаю. Роботы-охранники? What the fuck? Какие роботы-охранники? О чем, ребятушки? Что здесь? Плазменная винтовка. Микроядерная батарея. Ящик с гранатой. Еще ящик с гранатой. Так, силовой пистет. Импульсная граната. Сложный, средний, терминал управления. Терминал. Ладно. Даже если я журнальчик прочитаю, мне все равно не хватит поэтому. Вот дайджест программист. Плюс 10 всего лишь наука. Там нужна 35. Или хватит, постойте. Давайте посмотрим. Что там у меня по науке-то? Special. Стоп, навыки. Черт, где-то я потыкал. Наука 25, да? Наука 25, а тут нужно 50 и 75. Нет. Нет, ребятушки, мне не хватит. Отсюда выпустили как раз таки секьюра дронов. Эта дверь открывается не здесь. Do not interfere with security operations. Do not interfere with security operations. Вау. Have a nice day. Have a nice day. Такие ебло. Какие они классные. Палишься, робот. Не, винтовка офигительная. Это что, вся его армия? Херануться. Ребят, я не хочу это все уничтожать. Не хочу это все подчинить себе. Все нормально. Все так и было задумано. 44-й калибр, он, знаете? Нет, это 40-очка. Please step into the open. Please don't say that. Hold it right there. Hold it right there. Nah. This is a lawful use of deadly force. Please direct complaints to your local law. Cha. Повторите, пожалуйста, на ваши требования.
уничтожить это в любом случае, да? То есть... В любом случае, да? Блин, не то. Дополнительно, уничтожьте армию секиротронов. Перезагрузку реактора. Проверьте адаптер армии секиротронов, чтобы использовать их потом в своих целях. Это уничтожить получается, да? Сейчас посмотрим. Я хочу их в своих целях использовать в любом случае. Так, так. Так, это где-то здесь. Чё так? Ой, не хватило, забыл. Пардон. Два патрона оставалось. Так, ну я не знаю. Ну давайте-ка чем мы стреляем. Вот у меня находит что-то, в принципе. Полно. Полно патронов. Так, а здесь у нас что? Здесь тоже. Значит, пункт управления где-то здесь. Если я не ошибаюсь. Три штуки. Спокойней там как-то, ладно. Хорошо. С этим разобрались. Активировать консоль. Вставить платиновую фишку. Попарва. Здорово, ребята. Черт, как я себя хорошо чувствую. Вы себе просто даже и не представляете. Так, давайте-ка позакрываем эти двери от греха подальше, потому что через них все-таки можно уничтожить моих солдат. Зато знаете ли теперь... У меня есть целая армия. Еее, класс. Так, что там дальше по заданию? Кесарю, кесарю, вы сообщите СМН. Уничтожьте армию секиротронов. Да сейчас. Кесарю, кесарю. А вы не пойдете со мной, ребятки? Не? Блин, я так хотел, чтобы они со мной пошли. Ладно, чё уж там. Видать, не судьба. Жалко, кстати, что нельзя вот с этой штукой как-то. Проверка турелей. Активный протектрон, активный. Роботы-охранники ожидают. А чё они ожидают? Надо было их с собой взять. Ладно, неважно. Так, надо бы закрыть это все дело. Опа, я закрыть уже его не могу. Но там все равно остались предметы. Slaves aren't much of a challenge in the arena. Короче. You've carried out Kaisar's will, but I must confiscate. Я должен снова забрать. Да. Забирай. Правда, у меня нет оружия для скрытого ношения, но тем не менее. Я знаю... Ладно, неважно. Я знаю, тем не менее, что... Чем больше прокачана скрытность, тем больше оружия вы можете носить именно скрыт.
То есть, допустим, если там скрытность у вас под 70, под 90, то вы можете пронести с собой какой-то мелкий автомат. Ну и 100% это 9-миллиметровые пистолеты такие. 9-10-миллиметровые пистолеты. Вообще, наверное, пистолеты все можно носить. Ну, такие, как Мария, например. У меня забрали все. Так, ну чё, Сиза? Пойдем с тобой, поговорим. Может, ценное мне чё расскажешь, не? I felt the ground shake a while ago. I'll take земля. That as a sign you've got the job done. I've read Mr. House's obituary. Конечно. Had a high opinion of himself, didn't he? With Mr. House out of the way, I can focus on smoothing out a few lingering complications. First up are the boomers of Nellis Air Force Base. A tribe so reclusive, it lobs artillery shells at anyone who comes near their settlement. I want you to offer them an alliance with my legion. My terms are simple. Talk, and they can keep their free. Так, дополнительно убейте лидеров бомбистов, чтобы нейтрализовать угрозу для легиона со стороны бомбистов. До свидания. Свой человек для легиона, Цезарь. Я вас всех поубиваю. Вот. Итак, мы продолжаем. По итогам, что у нас остается? Теперь мне нужно поднять уровень и прокачать еще ремонт. Ремонт. Потому что я все-таки хочу пойти к НКРовцам. Ну, сейчас, в принципе, можно и повоевать на аренке немножко. Здорово. You here to fight in the arena? Да, я хочу сразиться. That can be a... Приступим. Remember the... Легкая броня. Ясно. Good. Давай. Hey. Давай. Давай. Давай, говно, I'm no legionary, давай. But I'll kill you all the same. Давай, говно. Help! А почему я голый? Ладно, не важно. As expected, it wasn't much of a... Так себе было. Я хочу сразиться на арене еще раз. Приступим. Care... Ага. Ага. Had enough? Ух ты. Ой. Отвалилось, бывает, правда? По окончанию боя вы будете переодеты в обычное снаряжение, то есть вообще ни в какое. Еще. A good fight. Но хочу сразиться на арене. Even though she's a woman. Приступим. Я знаю таких женщин, которые выдерживают по 5, по 10 скромного калибра. Какого хрена? Она кулаками дерется. Воу. Ты чё, зверела, что ли? Ты чё дерзкая такая? Ну подожди, бац. У тебя сработает, интересно. Она у меня в ватсе, блядь. Офигеть. Воу. Женщина, подожди. Ого. Да я вижу. Она меня сейчас уделает. Простите, дорогие друзья, но этот бой надо переиграть. Нифига, где? Подожди, я с тобой не закончил.
Я с тобой еще не закончил, мадам. Все, вот теперь я победил. Вот теперь. Блин. Вот теперь я доминирую. Че он не выбрасывает? Не важно. Че там, где мои стимпаки? А он мне еще просто их не отдал. Я подозреваю, да? The new slave girls are quite... Ну, блин. Так, ну ё-моё. Ребятушки, это не прикольно, на самом деле. Quite beautiful. А где мои стимпаки, товарищи? Моя броня. Мои стимпаки. Давай, это самое. Так, ну все, меня вроде как начало пускать потихоньку. Блин, она меня избила. Так-то, так-то избила. Блин, со второго раза я немножко как-то ее поусмирил. Но тем не менее. Вот он, твою мать. Unbelievable. You stood against a ranger. Я не хочу. Go. Что значит мое оружие? Удалилось из вашего инвентаря. Какое оружие? Чет. Вы не можете удалить из вашего инвентаря предметы, необходимо для выполнения. Офигеть, чё? Ой, а где мои стимпаки? Ты. Ах ты убью. Ладно, не важно, просто уходим отсюда. Просто уходим отсюда, пока живы, пока целы. Пока дышим и форму набираем. Давайте, все, валим отсюда. Are you okay? Я... да не очень. Но пока сойдет, в принципе. Нифига их тут. Нормальный такой лагерь они собрали. Но я все-таки буду бороться на стороне НКР, если у меня получится, разумеется. Ебать, у тебя копье. Ребятушки, я пошел. Мне надо. Раб. Excuse me. Простите, рабыня. Я вот сейчас не понял момент. True to Kaiser. True to Kaiser. Не понял. Юмор. Товарищи. Или я отсюда могу быстро переместиться, типа? Кесарю, кесарю. Не то. Берегись гнева, Цезаря. Если вы продолжите просто противостоять планам Легиона, вы будете объявлены его врагом. Не буди во мне медведя. Широкая сеть информаторов, если вы продолжите сотрудничество с Эйсменом, НКР откажется от ваших услуг. Да как-то насрать. Чё? Почините сломанные солнечные батареи. Давайте-ка туда, на буги-вуги. Я чисто хочу посмотреть. Это что? Благородный бандит. Свалка машин, мамаши Гибсон. Давайте... на автозаправку Эльдорадо. А там... там какие-то детали есть, и чё там их... чёрт их... подрал. Не знаю, сейчас посмотрим. Чё там есть, чего там нету. Вы забрали конфискованное снаряжение из форта. Чё, великолепно. Теперь я могу полечиться. Могу? Хорошо. Хорошо. Великолепно. Теперь верни, ну, во-первых, в-четвертых, и во-первых, охотничью винтовку. На родину. Все. С этим порешили. Теперь, куда это? Это сюда. А что это за место такое вообще?
Though you aren't of the Legion, you've aided us more than once. We acquire many items on our raids, some useless to us, some forbidden. I've provided you the location of a drop box where you can obtain these items. Please... Как долго я буду получать оплату? Stay an ally of the Legion, and we will share our loot with you. If you start working against us or become an enemy, our deal ends. True to Kaiser. Подожди. А чё они такие добренькие? Ай, ё-моё, я ж так не попаду в эту херню. Ну давай, атакуй меня. Атакуй меня полностью. Ты будешь меня атаковать или нет? Нет, чё-то как-то она не очень хочет. Да я тоже чё-то не очень хочу. Ну, блин, пески тут прикольные. Не подходи ко мне, тупая мразь. Вот так. Что это за место? Давайте почитаем. Благородный бандит. Киолис Один. Свалка машин мамаша Гибсона. Чё, блядь? Там, походу, какие-то детали, что ли. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что тут есть, чего тут нет. Скорее всего, это все связано с солнечными... Именно. С солнечными батареями. Хорошо. Тут их много. Я надеюсь, тут врагов... Нет. Ой, тут есть люди. Stay where you are. You're not allowed in there. This is your only warning. This is a restricted area. Stay. Красноречие, ложь. Я почему ложь? Я служу НКР. Я могу чем-нибудь помочь? Your being here is a start, but he's. Почему? Хорошо, поговорите с идиотом в солнечных очках. Ладно. Поговорите с идиотом в солнечных очках, вы найдете его в глубинах Геонис 1. Прикольно. Это значит субординация у них такая, идиот в солнечных очках. Ну ладно, посмотрим. Может он вообще не слушает НКР. Товарищ, что скажешь? Patrol in the Mojave almost makes you wish for a nuclear war. Хотя ладно, давайте-ка завершать, потому что уже 43 минуты. Всем спасибо за просмотр, всем пока, с вами был Марс. До новых видео, продолжим уже в следующей серии. О, блядь, у меня очки в кожу вошли. Какой вкус. Ладно, всем пока, до новых видео.